В аэропорту Уйташ оштрафовали пассажира за курение во время полета. Сотрудники транспортной полиции привлекли пассажира из города Нижневартовска к административной ответственности за курение на борту самолета. В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Махачкалы поступила информация о том, что на борту рейса Сургут-Махачкала один из пассажиров во время полета курил в туалетной комнате. Полицейские доставили 31-летнего жителя города Нижневартовска в дежурную часть. В отношении нарушителя составлен административный протокол за совершение правонарушения. Напомним, санкции данной статьи предполагают максимальное наказание в виде наложения административного штрафа в размере до 1500 рублей.